Сегодня мы катаемся на озере Большой Гудьявр, город Кировск, Апатиты, Кибины. Что у нас здесь еще рядом интересно? Да, озеро достаточно небольшое, окруженное высоковольтными проводами. Свои здесь, конечно, климатические условия и ветровые, но сегодня на 12-й, 10-й, 9-й кайты. У нас ребята катаются, достаточно комфортно, очень красиво, потому что катание в таких условиях радует глаз. Вообще, конечно, Кировск непредсказуемый город. Через час назад было ясно, сейчас наметает метель, потом пурга, потом снова солнышко. С ветром тоже. То есть каждое утро мы смотрим несколько вариантов, версий метео, вингуру, винди, гизметео. И то, что показывает станция на Бигвуде горнолыжном. И только потом мы уже думаем, куда нам поехать покататься. То есть точной климатики и предсказуемости этого города нет. То есть сегодня показывала вингуру и винди 2,6, 3,6 метра в секунду. Мы же катались на затянутой двенашке, ученики на девятке, чтобы комфортно себя чувствовал. Ну, вот сейчас, конечно, спад пошел немножко. Но на двенашке комфортно, на парафоле прыгает. Поэтому насладитесь красотами этого озера. Так что, кто, у кого есть возможность, кто желает поучиться в нашей школе, мы здесь будем до 2 апреля. Ждем на детские каникулы. Так что приезжайте тренироваться. Кайты всех размеров, от самого маленького до самого большого. Ну и, конечно, приезжайте тестировать оборудование. Всего хорошего. С вами Андрей Нарубин. Кайт-школа, кайт на ура.